Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Учебник Rainbow English авторов Афанасьева, Баранова, Михеева. Unit 3, часть 3, step 3, шаг 3, exercise 8, упражнение 8. Complete the sentences, use the new words. Дополните предложения, используйте новые слова. И давайте прочитаем слова из рамки и переведем. Good – хорошо. Fit – хорошая форма. Keeps – придерживаться. Healthy – здоровый. Difficult – тяжелый, тяжело. Easy – легкий. Useful – полезно. И теперь читаем и вставляем слова по смыслу. Ronald is a good sportsman. He always regular hours. Рональд – хороший спортсмен. Он всегда режима. Конечно же, слово «придерживается» – это слово «keeps». Мы в первом вставляем слово «keeps». Two. It is an question. I can answer it now. Это легкий вопрос. Я могу ответить на него сейчас. Мы вставляем слово «easy» – легкий. Three. Jane always eats food. She thinks it is very for her. Джейн всегда кушает healthy, здоровую пищу. Она считает, что это useful, полезно для нее. Мы вставляем здесь слово healthy food, useful for her. Four. Alex is at swimming. Конечно же, здесь good. Алекс хорошо плавает. He is a good swimmer. Он хороший пловец. Мы помним фразу to be good at. Быть в чем-то хорошем. Делать что-то хорошо. Five. I couldn't do it. It was very... Я не могу это сделать. Это очень difficult, тяжело. Я не смог сделать это. Это было очень тяжело. Six. It is very to know English. Это очень, конечно же, useful. Полезно знать английский и нужно. Seven. It is good to keep. Очень хорошо поддерживать себя в хорошей форме. It is good to keep fit. Хорошая форма. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы или есть замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.